30 июля многодетные семьи, которые приехали к нам в республику из Донбасса, посетили цирк, который сейчас гастролирует в столице Мордовии. С инициативой обеспечить билетами гостей выступила администрация Саранска. Руководство цирка инициативу поддержало. В результате 50 человек, среди которых были и дети с ограниченными возможностями здоровья, незабываемо провели выходные. Они остались в полном восторге. Мастерство цирковых артистов никого не оставило равнодушным. В планах администрации организовать посещение цирка и для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.